Друзья, приветствую всех на канале Гормонный рынок. Меня зовут Артём. В руках у меня тулочка. В тональности, переделанной тональности, ля диез мажор или си бемоль мажор. Кому как удобней. Ну, я называю ля диез мажор, мне так удобнее. А по правилам, конечно, музыкальным, там есть определенные правила, по которым си бемоль мажор называется. То есть она была в ля мажор, сделали на полтона выше, пришлось половину голосов заменить, половину, ну, так скажем, треть заменить, треть сместить, треть переточить. То есть, ну вот, в общем, ну, в любом случае, манипуляций достаточно много. Поэтому мы часто не берем в это дело, но спрашивайте, если что, это дело реальное, возможное, но если кто-то хочет переделать тональность, к нам прислать, и есть вдруг у него донорский какой-то баян, то тогда мы возьмем и сделаем. Потому что на переделку тональности достаточно много бывает уходит голосов. Вот. И это все обсуждается. Если человек пришлет гармонь на переделку тональности, плюс донорский баян или аккордеон, это все упрощает, соответственно, и цена будет меньше, и нам, как говорится, не искать донора. У нас-то они есть, но они-то кончаются, имеют свойство кончаться. Вот, вот такие вот примерные, такая обстановка примерная по смене тональности. В общем, все сделали, была ля мажор, стала ля диез мажор. Четырехголосая, продемонстрирую, Владимир, привет, хозяин, заказчик. Вот, сейчас я не смог с ним связаться, но ссылочку на WhatsApp пришлю. И человек, ну, может на работе, может где-то на смене, может быть где-то, может спит. Звучание классное у гармошки. Огонь, классная получилась гармонь. Как-то один раз кто-то мне сказал, что гармошка, ты называешь гармонь гармошкой. Это неуважительно. А по-моему, нет, на эту тему прошу высказаться в комментариях. По-моему, гармошка это уменьшительно-ласкательное такое, с любовью, так скажем. Я почему вспомнил, в середине видео сказал гармошка. И пока играл, думал, а не начнется ли опять. В общем, друзья, если что, обращайтесь, номер телефона есть на экране и ссылка на сайт с гармониями в описании под видео. Всем удачи, музыки, добра, жду комментариев. И, кстати, слушайте видеоролики в наушниках, тогда вы услышите больше спектр звучания. Пока.